Опять будешь таскать с собой этот кристалл? Если придется. Стреляй, мальчик. Я знаю, что делать. Наконец-то! Можно использовать ту же чашу песка, что и в первый раз. Скорее бы выбраться.
Может быть. Что он сказал? Что мы сделали роковую ошибку. Помогли не тем? Я... Дай угадаю. Ты с умным видом скажешь, что не надо было влезать? Довольно. Пойдем уже. Ты помнишь ответ? Да, да. Сын, прочти, сын, что написано. Ты говоришь со мной, только если тебе что-то нужно. Тебе есть что сказать мне? Я говорю, ты обращаешься ко мне, лишь когда я должен перевести что-то. Была бы тут мама... Была бы твоя мать жива, нас бы тут вообще не было. Атрей. Забудь. Ладно. Thank you.
Ну? Она была там? Кто? Нет, ее не было. Тебе-то, конечно, наплевать. А ну, прикуси язык! Пока путь не пройден, кто-то должен сохранять рассудок. Если я молчу, это не значит, что мне наплевать. Пусть каждый оплакивает ее по-своему. Прости меня. Я не хотел. Да. Ты не хотел. Ты ведь меня не знаешь. Я понимаю, тебе тяжело. Свете, мне показалось, что прошло совсем немного времени. Если тебя это утешит. Я рад слышать. Правда. Ну, мы идем обратно в Мидгард? К черному дыханию? Или тут еще дела остались? Это вы? Как дела? Ты наблюдателен. Я всегда очень внимателен.
Что это? Атрей, ко мне! Ладно, я иду. Поразительно. Когда будете на складе, прикрывайте друг друга. Я не хочу лишиться постоянных покупателей.
Отец, я должен признаться, эти голоса в голове, ну, это не впервые. Когда мы встретили Брока, его зверюга предупредила меня, что за деревьями кто-то прячется. Она так сказала? Я просто чувствовал то, что чувствовала она. Ее страх. Если повторится, скажешь мне. Ясно? Обещаю. Прочесть можешь? Слушаюсь. Что написано? Что-то про вечную войну за свет. Как думаешь, мы ее остановили? Вряд ли. Не знаю, что мы тут делаем. Теперь? Свет у нас в Мидгард. Лёста! Если думать о том, что миры существуют в одном и том же месте, можно сойти с ума. Мы путешествуем, не делая ни шага. Мы были в другом мире и видели твоего брата. То есть, наоборот. Ты позволил этому ублюдку прикоснуться к топору? Ты ведь знаешь, что он утратил весь свой талант. Вот так, бац, и как ничего не было. И меня чуть за собой не утянул. Ну что, он все испортил, да? Скорее наоборот.
Хм. Ну, даже слепая свинья может иногда пернуть трюфелем. Но знаешь, что самое главное? Постоянство мастера, а уж этого у меня всегда было, хоть отбавляй. Что ты сделал? Так лучше. Ну, если ты уже насмотрелся, тогда у меня к тебе просьба. В чем дело, гном? Возле шахт Велунда работает один алхимик, Андвари. Я о нем не слыхал уже, не знаю. В Зимсто, небось. Может, он умер, а может, вы его и найдете. Он тоже гном, как и я. Носит приметное кольцо с зеленым камнем. Он у меня в долгу. Поищите. Если это по пути. На, я все понял. Вы за даром и пальцем не пошевелите, да? Ладно. Если найдете Андвари, я заставлю его состряпать для вас кое-что. Вот этот камень приведет вас в шахты. Мне нужен этот алхимик, чтобы сделать кое-что для вас. Найти его в ваших интересах. Из какого мира явились-то? Дайте угадаю. Из Альфхейма. Как ты понял? Этот запах ни с чем не спутаешь. Я там раньше много времени проводил. Но теперь мне туда хода нет. Из одного инцидента. Какого? Папаша не одобрит, если я расскажу тебе эту историю. Очень уж много в ней площадной брани, воровства и разврата. Чего? Я не виноват. Сам пришел весь такой пропахший эльфами. Пробудил воспоминания. Да, и короче, к делу давай. У меня работы по горло, в отличие от некоторых. Брок. Ну, что еще надо? Почему у тебя половина клейма? Потому что я со своим никчемным братцем больше не работаю, ясно? Уступать ему клеймо я был не готов, он мне тоже. Вот и пришлось нам распилить клеймо ровно посередке. Это было последнее, о чем мы с ним договорились по-братски. Чего тебе? Обнимашек? Отвали. Прости. Ты часом не сталкивался с неопрятным мужиком твоего роста, который не чувствует боли и говорит как пьяный, хотя на самом деле просто тормоз? Не, ну а чего ты ожидал? Если б я хотел вести дела с асами, открылся б рядом с борделем. Или с бойцовой ямой. Или с бойцовым борделем. Он сказал асы? То есть боги? Нет. Настоятельно рекомендую смотреть в оба. По дорогам нынче рыскает двойная порция мертвяков и всякого недобитого сброда. Мы заметили. Не знаешь, откуда они все берутся? Может, сбежали из Хельхейма. Или Один опять что-то мутит. А может, заблудились, кто их знает. Спроси кого-нибудь из них сам, пока он тебе лицо отгрызать будет. Не так уж мне любопытно. Так и думал. Брок, ты знаешь что-нибудь про змея в озере? Я знаю, что он здоровенный. А, ладно. Что на сей раз нужно? А для сынка?
решил чего? Вот это хорошая сделка. Ну что, удачной тебе резни. Ты помнишь путь к черному дыханию? Конечно. Надо пройти по мосту к башне Ванахейма. А мы идем к черному дыханию или побродим? Решай. Видел? Вон там. Там башня. Не вижу башни. Мерещится, что ли? Другие знаешь? Еще одну. Жила-была лягушка. Хватит. Истории прибережем для корабля. Соберись. Хорошо. Интересного расскажешь. Жила-была лягушка. Ее пруд высох, и она со своим сыном отправилась искать себе новый дом. Там был колодец. Сын увидел воду и решил прыгнуть, но лягушка его остановила. Она увидела, что колодец глубокий, и если вода в нем высохнет, они не смогут выбраться. Поэтому они пошли дальше. И все? Да. Это не история. Вот если бы сын туда прыгнул, тогда бы да. Сын попал бы в ловушку и умер, и никто бы не помог. Слыхал? Вот это история.
Что произошло? Крушение. Это я понял. Но от чего? Эти я тоже не знаю, но они отличаются от других. Thank you.
А какие еще истории ты знаешь? Еще одну. Одного юношу поймали на воровстве и осудили на смерть. Мать навестила его в тюрьме. Она была доброй и любящей женщиной. Но вор пришел в ярость, увидев ее, и откусил ей ухо. Что? Почему? Потому что он всегда был вором. А мать только дарила ему любовь, но не учила отвечать за себя. Если бы он знал, что такое дисциплина, то прожил бы дольше. Да, но ухо – это не дело. О, смотри, факел. Факел делается из дерева. Это жаровня. Жаровня. Тут вроде что-то написано. Прочитать? Это дух. Он говорит. И оно тебя слышит. Не стесняйся. Ты мертв? Какая наблюдательность. И безрассудство. Будь начеку, когда зажигаешь светильники. Сейты скитальцы тянутся к огню, словно мотыльки. Полагаю, это ты освободил нас из водяной могилы. Нас? Других духов. В озере девяти их полно. Многие могут покинуть этот мир. А нам вот повезло. Мы останемся в Мидгарде, пока не уладим наши дела. Может, ты им поможешь? У нас нет желания помогать тебе, дух. Но вы уже помогли. Мне просто хотелось снова увидеть небо. Прощайте. Исчез. Идем. Ни к чему отвлекаться. Надо бы посматривать, вдруг еще духи появятся. Я же сказал, не отвлекаться. Но им же нужна помощь. Они духи, сын. Мертвецы. У них нет нужд, только желания. Я думаю, их нельзя бросать. Ничего пройдет. Мама бы им помогла. Что ты сказал? Ничего. Вот то-то же. Знаешь? Хорошо. Одна крабиха однажды начала ругать своего сына. Она говорила ему, что он должен гордо шагать вперед, а не в бок, как он делал всегда. Но она ведь тоже краб. Он мог сказать: покажи, как идти прямо, и я пойду. Да, он так сказал. Вот и вся история. Понял.
Смотри, еще жаровня. И ты хочешь зажечь ее? Можно? Пойди сюда. Ладно. Векия. Лучше. Невероятно. Вы оба живы? Еще. Привет. На этом острове можно встретить только мертвых или оскверненных существ. Как это? Запустение, дитя. С каждой зимой оно становится все сильнее. Ты знаешь причину? Точно не знаю, но похоже, что прибытие мирового змея, а затем великий потоп. Многие утонули, я в их числе. Вскоре появились ходячие мертвецы. Мы можем тебе помочь? Сын. Мне просто хотелось с кем-то поговорить. И это желание ты исполнил. Спасибо. Что я? Я тебе говорил насчет твоей помощи. Что нельзя. Именно. Мы бы просто... Это не обсуждается. Ты должен идти к цели и уметь не отвлекаться на ненужное. Они могут быть полезны. Они что-то знают про озеро. И какая тут польза для нашей цели? Не спросим, не узнаем. Знаешь? Еще одну. Есть история про лесоруба. Он попросил у лесных деревьев ветку для топорища. Деревья, чтобы сохранить свои ветви, дали ему молодое деревце. Лесоруб сделал топор, а когда вернулся, то срубил самые старые деревья в лесу. То, что деревья старые, не значит, что умные. Thank you.
мировой змей. Я же говорила, он большой. Ну? Что ну? Жаровня. Как хочешь. Квейкия. Я буду делать больше. Отлично. Кто бы мог подумать, что я снова увижу такую драку. Чего тебе надо? Поблагодарить вас. Жнецы утопили меня много лет назад, и мне хотелось, чтобы они получили по заслугам. Ты погиб после наводнения? Да. Я пришел на озеро, чтобы ограбить храм Тюра. Но я недооценил силу запустения. А других живых ты тут видел? Бородатого, с татуировками. Только тот, кто передо мной. Спасибо за то, что отомстили за меня. Бестолку. Ну, не могут же они все знать что-то полезное.
Бам!